всеми. Блин, ты все, мне его в баню. Я больше не играю. Я не... Все, я выхожу из этого баня. Вы что, думаете, меня это напугает? Ага, сейчас. Не знаю, мне с камерой не нравится, все какое-то дурацкое становится. Совсем не страшно. Так что завтра созвонимся, окей? Ладно. Все, давай. Давай, пока. Ой. А знаете что, ну нафиг. Ну нафиг. Ну нафиг. You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors. И что мне тут надо сделать? Что так хлопать-то сразу? Little pig. И чё? На скримере тут тупо немного, игра атмосферная, должна быть держать в напряге. Меня донат пугает больше, чем скример. Я аж дернулась сейчас. О, туалеты. Мне не нравится вот этот посередине. Мы обязательно пойдем туда. Я была готова. Я готова. Если ты выскочишь на меня, я к этому готова, понимаешь? Что за фетиш такой, руки в туалеты засовывать? Ой, нет. Спасибо. Мне не надо сюда. Сейчас все будет, пацаны. Во! Не знаю, почему, но меня это скорее рассмешило. Я одолжу это. Спасибо. Все, я сваливаю, пацаны. Удачного вам просмотра. Сука! Не страшно совсем, нет. Никаких кирпичей. Мне не страшно вообще. Вот вообще. Вот зачем он это сделал сейчас? GG, guys. Ёбаный в рот. Мы же с тобой друзья, приятель. Это не страшно, просто... Просто это страшно. Пока. В смысле? Я же оба нажала, лол. А, бензонасос, сука. Да иди ты в жопу. MLG, ребят, MLG. Ой. Открой. Он оттуда ломится. Нет! Не надо! Да иди ты в жопу! И в шкаф! Давай, в шкаф! Сразу в шкафчик! Быстрее! Быстрее в шкаф! Да ты... Нет! Да сука! Закрой эти двери! Тут ее нет. Да, налево посмотрела. Вот она справа, но она же сверкала. Нет, ты вот к шкафчикам вернись. Сейчас. Тупая, наверное. Нет, стоп, на шкафы, посмотри на шкафы. Какие? Где шкафчик? Где ты пряталась? Где ты пряталась? Где ты уже пряталась? Что ты делаешь? Окей, хорошо, параллельно рубильнику в другой стороне шкафы. Нет, это генераторы какие-то. У меня же затяжка, ты понимаешь? Я не понимаю, куда ты мне... Да, хорошо, сейчас я ее найду, я буду просто клацать везде и все. Нет, не надо везде клацать. О, а нет, я шкаф. Рубильник, левее этих шкафов стоит столик какой-то. Нет, зачем ты спряталась там?
Я вышла уже оттуда. Боже, я не могу так. Я не могу. Я не знаю, как объяснить. Там. Я не знаю, как понять. Полки сразу направо смотришь, никуда не идешь. И там будут полки стоять. На полке лежит батарейка. Я нашла батарейку, ура! Ура, пожалуйста. Я не знаю, щель это. Помню, играли в крокодила, и мне говорят, покажи трещину. На штанах у брата была, короче, трещина. Что? Ладно. О, ты это села. Фу. Аня, Никита, Егор, моя новая семья, отлично. Давайте скинемся на хату, не знаю, где-нибудь в Подмосковье, и будем там жить. Будем питаться на донаты Ани, короче. Получается, один душек в день на троих. Пьем, короче, бульон от этого доширака. Никаких чаев там, ничего. Нет, чаи для мажоров. Да, чаи для мажоров. Я тебе говорю, ей что-то много электричества надо подать, она что, электрик, блядь? Да, она пришла восстанавливать электричество в этой больнице, не бойся. Окей, я что-то нажала, я убегаю. Ну, мне кажется, он меня убьет. Ну, можно было спрятаться, конечно. Но можно... Ну, он там уже стоял. А, стоп, хули он тут стоит. А чё, кстати, он тут стоял, я так и не понял. Ты чё, забыл? Ты открываешь дверь, он такой стоит. Ага. Ты такой убегаешь назад. А, кровати на кровати должны стоять, короче. И ты должна на них забраться? Широко. О, очко, прыгай в него. С радостью. Ты, по-моему, спишь. Я? Да. Меня разбудил, ебан. Вы всегда так общаетесь? Да, мы еще пиздец очень сильно. Хотя мы близнецы, и мы ненавидим друг друга. Почему? Потому что, блядь... Блядь, ты меня испугал! Серьезно? Лежал на кровати, а потом я смотрю, он из балкона кто-то идет. Ну, у тебя, по крайней мере, стрим хорошо идет. А, мне кажется, у меня игра баганулась. Вы это видели? Посмотри на стрим. Сейчас. Я мышкой крутила, и вот эта херня появилась. Как будто я без головы. Так это не есть. Стой, подожди, классно. А все уже прошло. Просто. Тебе же сказали, что он без головы. Персонаж. Ну не буквально же. На бутылку садятся. Да, или сажают. Блин, да ты прикалываешься, что ли? Я же отодвинула, да ты идиот. Иди сюда, киса. Иди ко мне, сладенький. Привет. Не хочешь немножко закрыться? Иди сюда. Иди сюда. А ну-ка, давай-ка не будем мы такими злыми. Нет, 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 пока. Здравствуйте. Короче, ты сейчас в толчке, да? А, я нашла лифт. О, ты пошел вон отсюда. Так тебе и надо, мразь. Ты отрубил мне палец, я отрублю половину тебя. Можно я посижу и поплачу здесь? Можно. Можно еще посмотреть на его попку. Да. Сейчас рычаг ты поставила по диагонали. Да. Пропустите, пожалуйста. Спасибо. Не-не, на свет иди. Иди на свет. Блять! Упала? Нет. Бегаю. Пока. Да, запрыгивай. Ты чё, алло? Там все в порядке. Ты... Я нашла чувака, который пафосно смотрит на дождь. Классно. Я бы тоже на дождь пафосно посмотрел. Жирного больше нет с нами. Давайте поменим его.